Снейдер завершил карьеру в сборной Нидерландов. Такое решение 33-летний футболист принял после встречи с новым наставником сборной Нидерландов Рональдом Куманом. Бывший полузащитник миланского Интера и мадридского Реала Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов. 33-летний игрок принял это решение после разговора с новым главным тренером национальной команды Рональдом Куманом, сообщается на сайте голландских сборных. Снейдер, ныне выступающий за Альгаров из Катара, дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. Хавбек провел в составе голландской команды 133 матча и забил 31 гол. Снейдер завоевал с Нидерландами серебро ЧМ-2010 и бронзу Евро-2004 и ЧМ-2014. Ранее сообщалось, что ямайский легкоатлет Усейн Болт официально начал футбольную карьеру. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram. По материалам сайта newsgra.com.